Добрый день, меня зовут Максим. Я хотел бы рассказать пару слов для уже существующих подписчиков моего канала, ну и в том числе для новых посетителей, о своих творческих планах. В настоящий момент я веду два канала, The Quiz и AstroCO. Изначально эти каналы создавались специализированно под каждый вид деятельности, но постепенно у меня получился небольшой сумбур, поэтому сейчас я хочу все расставить на свои точки, чтобы четко было понятно, на каком канале у меня будет один вид контента, на другом другой вид контента. Значит, изначально канал The Quiz я планировал сделать как творческая передача, где будут рассказаны всякие разные интересные штуки про культуру, про мои путешествия, про какие-то, политические моменты. Будет добавлен какой-то контент развлекательного характера. На этом же канале я буду пытаться обкатывать какие-то новые проекты, потому что я получаю много отзывов и комментариев, где люди просто пишут: «Макс, ты нормально снимаешь ролики», и, в общем-то говоря, снимаю о чем угодно, и продолжаю дальше снимать о чем угодно. Но для меня понятие «снимаю о чем угодно» расплывчатое, поэтому, соответственно, мне хотелось бы задать вопрос зрителям своего канала, что конкретно они хотят от меня увидеть, что их больше интересует, чтобы это было на моем канале. Или больше каких-то развлекательных моментов, или больше политики и каких-то критических информационных видеороликов, или больше информации про Америку, про обычную жизнь, и, собственно говоря, мой проект эвакуировался сам, помогая другому. Соответственно, этот вопрос адресован ко всем посетителям моего канала, в том числе и подписчикам. То есть, ребята, скажите, что вы хотите, чтобы я снимал? И, пожалуйста, если это будет в моих силах, и у меня будет свободное время, без проблем я постараюсь это снять. Вы знаете, что я не люблю толочь воду в ступе, и если что-то снимаю конкретно, я стараюсь разобраться в сути вопроса, и уж только после этого что-то озвучить, чтобы потом мне не сказали, что я или перевираю информацию, или как-то ее выкручиваю и так далее. То есть я привык снимать то, что я лично сам потрогал, лично сам пощупал, разобрался, и могу достоверно сказать, что да, вот это вот так. Понятное дело, что у всех точка зрения разная, то есть вам выбирать нужно Второй канал Astro. Я изначально на нем выкладывал видеообзоры интересных гаджетов. Сейчас я в шапочке поставил немножко другое название на том канале — Geek TV. Geeky — это определенная субкультура граждан, которые интересуются самыми последними новинками из гаджетов и всякой разной электроники. Но в какой-то момент у меня пришлось по определенным причинам из-за лимита размера файлов начать выкладывать туда политическую информацию. Я сейчас прекращаю это делать полностью. У меня канал Astro будет посвящен только исключительно каким-то техническим прибамбасам. То есть обзор того, что я заказываю из Китая образцов, те вещи, которые мне просто попадаются на глаза интересные, прикольные, технические, какие-то необычные вещи. Вообще ролики про необычные технологии, потому что сейчас не все видят, но мы на пороге новой технологической революции. Новые технологии постепенно входят в нашу жизнь. Просто не все в теме, но мне это самому интересно, и я могу об этом рассказать, если действительно вижу что-то достойное и интересное. Мои творческие планы, а дальше вы сами должны мне высказать, написать, то есть что вы хотите от меня увидеть. То есть на одном канале это будет сугубо обзоры гаджетов, на втором канале у меня будет разного рода мешанина, то есть там будет рассказы про Америку и, соответственно, там политика и какая-то развлекуха. Желаю удачного дня, и жду ваши комментарии и пожелания. Спасибо.